Tá aí, de Canspink. На что? Могут. Могут. Желтый, да? Да. Поимечку надо нужно. На что клюнуло? Спиннинг. На что? На магот. Делай. Поимочку Михаила. На что, Миш? Должно. Плюс. Сверху или со дна? Пол воды где-то. Пол воды. Поемчик на поток. Все, рыбка дома. Ну и край опять, а? Ну что, Игорек? Трехцветный. Cool place. Зеленый, желтый. Ой, зеленый, оранжевый, желтый. Ага. Блять, дай поотставь. Ебаный брюк. А что ты? Да вон он. Отпусти ребенка-то нахуй. Ой, одна поемчик на спиннинг. Рыбка не хочет сдаваться, боевая. Все, дома. Еще одну поемочку у Игорька на удочку. Ну что там? Ну...
На что клюнула? На блесенку. На блесенку? А какой цвет? Попугай. Еще одну поемочку Михаилу. Миш, на что? Да. На что? Белый стриж поводы на донку. Еще одна поемочка у Александра. Саш, привет. Здравствуйте. На что поймал? Бобринный хвост бело-зеленый. С дна? Нет. Вот глубина. Поплавочек. Метр, да? Метр где-то так. Вот так вот, друзья. Потому что рыбка поклевывает.